Привет, я Лена. Я очень люблю смотреть на звезды. Смотрите, падающая звезда. Кто это? Я Веник с планеты Венера. А я Лена. Очень приятно. Я ищу новых друзей. Хочешь стать моим другом? Конечно, хочу. А что для этого нужно? Я подарю тебе мой волшебный экран, и ты сможешь мне звонить. Вот здорово. Спасибо, Веник. Да не за что. А я полетел дальше. Мне еще нужно облететь множество планет. Пока. До свидания. Какой милый инопланетянин. А давайте сделаем такого же. Из банки от шампуня. Сейчас я все приготовлю. Раз, два, три. Итак. Отрежем от банки верхний край неровно углами. Вот так. Из самоклеящейся бумаги вырежем глаза и рот. А из изоленты сделаем ему зрачки. Посмотрите, что у меня получилось. А ведь наш инопланетянин может хранить ручки и карандаши. Вот здорово! Давайте позвоним Венику и покажем ему нашу подделку. Привет, Лена! Как у тебя дела? Привет, Веник! Смотри, какую поделку мы сделали с ребятами! Вот это да! А можешь мне ее подарить? Конечно! Только как тебе ее отправить? Отожди меня в гости! Я облечу все планеты и вернусь! Да, оговорились! Удачного полета! Спасибо! До свидания, Лена! До свидания, Веник! Я и сказочная мастерская будем ждать тебя в гости. Пока!